Сегодня Международный день медицинской сестры. Каждая, кто принимает поздравления, в эти минуты на своем рабочем месте со своими пациентами. Александр Цибульский поздравил медсестер Поморья с профессиональным праздником в формате видеоконференц-связи. Отмечено, что борьба с коронавирусом сегодня на переднем плане, но важно не забывать и о других направлениях медпомощи. Спасибо вам за ваш труд. Он на самом деле очень тяжелый, очень благородный. Мы всегда вместе с вами. Еще раз говорю, не стесняйтесь никогда говорить о том, если есть какие-то проблемы. Если где-то вы видите, что у вас получилось что-то сделать лучше и что можно применить в других заведениях, тоже давайте этой информацией делиться. Я за такой открытый диалог со всеми. Успели поговорить о том, какой должна быть инфраструктура в больницах. Подъезды ко многим учреждениям нужно срочно ремонтировать. Решать нужно и вопросы с подготовкой кадров и обновлением оборудования. По итогам беседы Александр Цибульский дал ряд поручений областному Минздраву.